199. У меня такой на PS3, здесь у меня самый обычный. Все, мы в эфире, не последняя. Я прошу прощения, что так получилось. Мы начинаем прямо сейчас. Мы тренировались в офлайне. Ждали пока все. Так, вот все. Все присоединились, кто хотел? Я не знаю. Кто-то главный вояка не присоединился. Да, в трофее действовало нету. Тотал, напомни, какой самый интересный режим. Допрос. Допрос самый крутой. А что там надо делать? Там ловить там надо людей и допрашивать. Типа да, того. Потом еще будет время на открытие. Ну, то есть там дольше всего можно повозиться с... Так, шестой? Всего лишь шестой? До субботы будем водить. PS3 только крутой левел, здесь я так не особо играл еще. А, то есть мне, если людям не объяснить, мне будет стрёмно умирать от твоей руки. Поэтому сразу в эфир озвучь что-то. Сожалению, там пришел только маленького уровня. Тотал большой левел на PS3. Тотал, как думаешь, если мы будем играть 4 на 3, будет нормально? Ну давай меня в ту команду, где 3. Давайте так. 5 против Тотала. Или сколько нас? 6 против Тотала. 6 против Тотала. Типа команду открылиться. Нет, подожди, когда нас четверо будет, мы хотя бы умрем по нелепости, а тут он один всех раскидает. Все, я за ВДВ, где он тут? Десантник. Десантник. Еще бы знать, что делать. Бедная, ты ж не ты одна, я вот сейчас сижу, что за... Да ладно, ребят. У меня паника уже. Кто в команде Тотала может отдохнуть. Да, ты сразу главный бегать рядом с Тоталом и все. Главное, приседай, чтобы тебя не было слышно. Мне кажется, вообще основа мультиплеера The Last of Us. А, кстати, да, я же забыл. Оу, я все забыл конкретно. Тут да, кстати, надо, тут же особенно. Если жизнь на Марсе, ты это не забыла? Такой провис. У всех идет загрузка? Да, да, да. Тут долго сейчас будет идти. А мы только с Лайми будем играть, да? Да, за рулем Делориан. А какие-нибудь там зомбики будут, нет? Там Тотал похвастался, по-моему, вы все пропустили. Чем он ну ладно, дайте объяснить, чем нет. Я в команде Тотала, я пойду пить чай. Давай. Тёма, как приседать, я забыл. Кружок. Ой, можно я буду ползком? А мне обязательно ты полный, мы все сделаем. Да. Ты на моральный дух повышаешь. Да расслабься, они все сделают. А как это? А, R1, да, вроде? R1, ты, короче, зажимаешь же, иди сюда, ползи ко мне. Че тут такое? Ой, валяется? Я даже не знал. Как это? А, собирай, это треугольничек. Ага, попался. Ой. Оу, они тут сбоку тусуются все. Я тебя теперь вряд ли смогу допросить. Женя, Жень, я тебя вижу. Собираешь? Это я. Успокойся, Женя, успокойся. Мочи. Ай-яй-яй. Вылез. Инсиш. Ну, ты понял, да? Давай, Лёх, добивай Инсиша. Не-не-не. У меня команда. Меня спасет. Так, кто-то играет. Спасибо, Тотал. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ага. Как рукопашную бить? Блин, поздно. Кто это был? Это я. Подожди. Как подлечиться? Я Тотала слил, ребята. Хорош! Ой, меня Сашка казнил, офигеть. Я страха вообще не понял. А главное, снег желтый не есть, и все хорошо. Блин, а тут же допрашивать нужно, ё-моё. А я не успела, да, вот сижу-то. Напомните, как бить рукопашную? Да. Никто не знает? Чего? Что? Как рукопашную бить? Это... Треугольник, по-моему. Нет, квадрат. А как перелазить, ребят? Крестик перелазить, допрашивать уже полубитого врага. Как? Треугольник. Допрашивать. Как? Не убивай его, допроси. Идите, бей меня, Тёма. Стой.
Я ничего не знаю. А у меня нет аптечки. Пойдем допрашивать этого хрена. Да там треугольник нажимаешь, он все равно его перевязывает. Но уже ладно, уже не до. Да! Как брать вещи? Скажите мне, пожалуйста. Треугольник подходишь к. А почему оно не берет? Потому что, наверное. Так, надо на Тотал охоту объявить. Тотал уже допрашивает. Тотал допросил. И убил еще кого-то. Тотал допросил, Тотал свободен. А бегать как? L1. Зажимаешь, L1 зажимаешь и бежишь. Но тебя тогда будет не очень советую, тебя тогда на карте видно. А как перепрыгивать? Нет, это Тотал, скорее всего. Нет, это там тут другой. Убили его или можно допросить? Если он ползает, можно, нужно допросить на треугольник. Беспощадный Тотал. Знаю только как стрелять и бить. Все, больше ничего не делать. А, черт, вас там двое. А, нет, допрашивайте, водите, не снимайте. Ну, красавец, допрашивай обоих. Там еще один будет за спиной. А. Алекс, Алекс, бей его, бей! Нет, Саша! Кружочек, пригнись, кружочек, пригнись! Подожди, процесс идет! Нет, 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 все, отлично. Friendly Fire есть, скажите мне. Кто есть? Friendly Fire, своих можно бить? Нет. Ой-ой-ой, ну-ка. Алекс. Кошмар. Эй, не допроси. Ты нам все скажешь. А, не? На треугольник допрашивать Тотал еще. Там Тотал в дверь заходит с луком. Патроны вил покупать в магазине, на сенсорную панель нажимаешь за шурупики. Либо у Тотала у него чуть-чуть дешевле. Забодаю, забодаю. Так, подожди, сейчас. Допрашивай Тотала, допрашивай. Получишь убитый. Давай, пока меня не попросили. Ты опоздал. Ну ничего, я двоих допрошу. Нападаем. Нет, одного только, надо было брать того, кто еще. Да, я знал. Не нажалось. Так, ладно. Неплохо. Женя. Двоих допросили. Женя спряталась и по-умному поступила. Она где-то бомба поставлена. Сто пудов. Да какая бомба, Тотал? Да, кстати, кто первый раз играет, вражеские бомбы можно взрывать выстрелами. Я даже не знал, что в мультиплеере можно использовать R1, чтобы слышать остальных. Дымящая такая конфета штука. В общем, короче, ладно, я просто тупо осваиваюсь сейчас, так что просто поржите надо мной. Все. Ползем. А как прислушиваться? А, Допрашивай. А что ты не делаешь? Кто там меня? Ой, там Тотал с Алексом бегут. Прилег на мне. Спас. Спасибо тому, кто спас. Нет, не спасибо. Забодаю. Нет, сейчас я тут сейчас сойдет, короче, пока ты там его допрашиваешь. Ах ты ж! Ну я вот прошу вроде. А ну да, сейчас 3-2 будет. Попался. Ай-яй-яй. Я в дырку провалился в полу. Посиди там пока. Кто-то найдет меня и там. Надо бежать. Женька там где-то ползает. Я пошла на помощь, а сейчас я чувствую сама. Ой! Ай! Лёх, тебе идут аккуратнее. Вижу. Блин, так, за спиной с луком, угадай кто. Опять спас. Да вали его! Нет, дали его допросить. Запрашивать кто там. Тимозаврик молодец. Убил полудухого. Спасибо. Тотала. А правда, это правда. А чё, вы сейф уже ищете, кстати, от команды красной? Где тут сейф есть? Он сам появится.
Ну просто что-то я не вижу, таблички. Как перезаряжать? Вот. Народ, как перезаряжать? R2 просто когда не стреляешь, нажимаешь, он перезаряжает. Спасибо. Теперь, кстати, можно просто убивать. Саш, Саш, спасай. Не-не-не, не надо, добей его. Добей его. Треугольник, треугольник. Сзади! Окружили. Охотно на тотала. Да-да-да. А человек ничего не делал, просто справа, 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 справа. Справа чего? А тотал убежал. Вон там один идет. МСИШ идет. Вон он, вон он. Увидел. Да у тебя прям, прям надпись такая. Вы там все в уголке спрятались? Нельзя так тотал мачете валить. Ну, прости, что было под рукой. О, МСИШ нет! О, МСИШ. Так, ребят, ищем теперь сейф. И надо его... Сам появится у вас на карте. Да-да, я понимаю, к тому, что надо в него добраться же потом будет. Да стреляй, блин! Патроны, патроны. А, кто там меня? Блин. Беспощадный. Угу, коварный, я бы сказал. Ой, еще бы знать, как это все делать, надо было все-таки тренироваться вчера. Да ладно, не рукой для лошар. Да. Бегите, спасайте свой сейф. Просто элементарно не знаешь, какие кнопки нажимать. Пофиг. Забавно. На все. Забавно. Дай перезарядиться. Перезарядки для слабаков. Алекс, осторожно, смотри, смело. Ай. Добрый вечер. Парам-парам-пам-пам. Пам. Давайте перейдем к обсуждению по возможности выставки в Париже. Конкуренции. Какая тут возможность, когда тебя тотал сливает? Да. Ну пока у тебя есть 10 секунд, пока ты возрождаешься. Отлично, мне понравилось. Все, я респаунился. Все сделал, я тебя иду убивать снова. Я хочу отметить, так, что очень удобно было смотреть, то есть это событие, которое создавалось через PlayStation и кидало сразу на Twitch. О, то-то так. Хорош, забежал. Прям. Отлично. Главное, Бэтхэд его успел убить. Не, иди сюда. Давай, перевяжи. Ну я другой не забежал. Спасибо. Кстати, нам теперь можно просто оборонять, потому что мы уже сделали чуть-чуть у них сейф подбили. Давай, а я же подбежал, кто там так стреляет? Ну я так стреляю, я же тоже должна. Это вы там на батлфилд? У меня нет патронов, все. Иди не трогай ты меня, там вообще. Ты, да. Нет, я тут думаю, кто тут этот? Пнул. Не лечь меня. Да, нормально. Я тут вообще не понимаю особо ничего. А, подонок отомстил. Да, это было месть. Да. Пока вы тут все болтаете, мы втихаря делаем свое дело. Да. Уважаемые зрители, если вы хотите присоединяйтесь к обсуждению в чате. К игре. К игре, да. У нас есть свободное место. Чем попасть как разочек? А нет, я не высунусь. Даже не жди. Жень, ты сиди, заманивай на себя. А, меня убью сейчас. Двое. Смешно. Давай, Гарик. Патрончики. Хорошо это. Хорошо с моей... Ну, мне не видно, как я играю. Ну, почти не видно. МСИШ, сперва его убей, меня не спасай. А, сзади, МСИШ, сзади. Открал. Сейф открывай. Ах ты ж как!
Да, 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 ты такой. А, я же живой. Ой, там нужно наш сейф спасать. Привет, Спектрум. Какой сейф? Любой, просто любой. Себя бы хоть убить лишний раз. Ну, кстати, все, мы почти выиграли. Да. Почти тут тот пришел защищаться. Ваш сейф. А, все. Мы проиграли еще. Отлично. Эх. Ой, я два допроса сделал. Одно ранение в обороне. А тут убийства не считаются, да? Тут так допросы. Да. Ну ладно, неплохо даже. Для тебя, Жень, да, тоже. Да, давайте так. Еще разик. Для меня последнее место занять это неплохо. Слушай, конечно, ну, неплохо. Для человека, который первый раз зашел. Продолжаем. У меня жажда крови уже появилась. Скажи, кто твои любимчики, нам уже интересно. Женя, как всегда. Отлично, все. А сейчас же команды перетусуются, по-моему, нет? Не, не факт. Тогда она будет моим командным любимчиком. Кто-то знает, что я могу это воспринять как вызов, пойти на самом деле с сенсеем с одним, научиться, и потом тебя просто доминировать. Через год, ровно через год. Я ухожу на пенсию, это мой последний день, когда я играю в эту игру, все. Да-да-да, от греха подальше. Кто-то, не беспокойся, ей еще долго с GTA не соскочить. Это, кстати, да. Ну, в GTA-то я там уж могу и психологически захочу. Кстати, мы в чате общались, и выяснилось, что они все это знают. DLC для Ведьмака есть в ритейле с офигенными картами просто, с этой с игрой в блин. Так что покупаем. А, да, DLC просто там картами. Код, да? Да-да-да. Там, а, код, там код, карты и... Ну да, и карты, и это что-то там еще. По сути DLC коллекционное издание. Что стоит? Это, не знаю. 1200, что-то такое. Ой, как отлично. 700 вроде для ПК, так что если вы DLC уже купили, покупайте для ПК. Это на ПК, кроме тебя, Тотал. О, что-то нас много нынче. Да, я кому-то да, раздавался. Нормально, побежали. 4, все, пойдем. Покать. Кстати, команды-то не поменялись? Те же команды. Ну, ты против? Нет. Хорошо, Женечка, всё. Где ты там, дорогая ты моя? Бедная Женя. Или так, моя прелесть. Я же одному страшно стало. Народ, а я забыл, как менять руку? При стрельбе. А, по-моему, надо прицелиться. Тот вот сейчас просто вместо первого часа стрима все сказал. Задоминировал по полной. Алекс, ползи сюда. Ну и тот у меня вылечит, кто там первый. Народ, где-то хлопаните слегка. Опа-па. Чё-то я слишком жадный просто, повел себя. Ну да, что-то прям одну мощь. Вот так. Ладно, двоих уложил, только не допросил, к сожалению. Ай-яй. Подход, подход. Он все правильно спасай, делает, спасай, спасай, ты спасай. Его не отвлекай. Сюда, ползай. Hold on, I can patch you up. Западаю, западаю. Идёт, не надо, зачем ты его убиваешь-то? Потому что за углом другой, блин, я ж тебе говорил. Все нормально. Заманил ползком. Висишь, ну извини. Тотал, я тебя вижу. Жертва была не напрасной. Ты видишь меня, но не Алекса. И Алекса я вижу. DBMay, получилось так, что стрим сдвинулся на час. Вдвоем что ли друг друга? Я просто хочу стать на место Жени. Это я. Ах ты, как ты... А, Тимозарик мстит. Жестко. Все нормально, все нормально. То есть, я даю Тимозарик. Ползи ко мне, я тебя спасу. Все нормально. Все, ты сказал все, что мог. По-моему, я ничего не тронул. Нет, ты все сказал.
Не знаю, что тебе это даст. Вверх, Женька, влево, вправо, пощелками. Это я знаю, все я нашла. Это я стрелять я научила. Ну, как бы понимаю. Не помню. Слушай. R1. При прицеливании, по-моему. При прицеливании, да. Да, при прицеливании. R1. Так, вдвоем. Животный. Ты кто-то один-то. Так я просто напросто шел туда, никого не было, а потом вопрос о прицеливании меня сбил толку. Ой, бедный тот. Прям на мой взгляд. Всё нормально. Бищ пару рукам. О, два допроса сразу. Лови комбо. Блин, Тимозарь, ты жесток. Я ж не проваливаюсь. Ты супер, Тимозарь, не слушай никого. Спасибо, да. Алекс, давай, бей их, бей. Тимозаврик лучший! Тимозаврик решает вопрос. Алекс, не беги, это ловушка. Не трогай меня. Квадратик. Нормально. Тебе это не надо, это слишком жестоко. Ой, головой ударился. Бедняжка. Точно стрелять начнешь. Блин, зараза. Вылезла такая. Я так, так. Женька, манок. О, спасибо. Правильно, бей его. Ух ты, натузал все, нельзя так натузывать. Надо, надо. Опа, опять голову ударился. Так, кто меня не спас там, а? О, это не я. Так. Фига, выскочил наглый. Ну-ка. Они знают, где наш сейф. Проблема. Нет, через 10 секунд буду знать. Ой, там... Кого-то воткнул мачете. Но я не читаю, ребят. Это маньяк. Смотрю, у кого-то даже эмблема не настроена. У меня, наверное. А у меня вот птичка красивая. А да. Чё у меня, интересно? У меня какой-то череп. Нет. Все правильно, череп чей-то. Блин, бомба. У меня просто квадратик, по-моему. Моя бомба. Да, минимализм. Да, я знаю. Тут больше некому такие закладывать у ящичков. Я еще умею в ящички закладывать. Не всегда получается, правда. Да, еще можно в траву закидывать около ящиков на некоторых картах. Тоже хорошая вещь. Вон они где. Потрачу. Блин, кто же меня так напрягается? Там же пишет вроде, нет? Это я. Нет, пока нет. Меня не до конца нафигачили, я ползу. Зря. Подстрелили. Чингачгук какой-то. Чингачгук с луком. Сейчас мы его. Тотал, почему не допрашиваешь-то? Да не надо, да просто для слабаков. Давай, Женька, прям давай. Я в тебя верил. Так, где-то этот лучник засел. Угу. Так я не понял, это чей сейф показан? Это нам надо открывать уже, да? Желтый нам надо открывать. О, Тотал, смотри, сейчас будет подарок. Нет, не будет. Блин. Я вроде заложил бомбу перчанку умереть, и она почему-то не сработала. Осечка. Не успел. Да, видимо, не успел. Серега, а так бы было красиво. О, кто тут? Блин, я думал, ты ползаешь уже. I'm down! Да. Ну, бывает. Подбежал уже, хотел допросить. Ну, как бы... Раз на раз. Допросы не нужны, нам уже это, если тут там желтой команды. Давайте. Ой, там кому-то будет плохо. Тотал, привет. Давай, Аль. Тихо. Да, блин. Мимо, блин. Тихо. Тут не мимо, у меня не было патронов. Просто не было патронов. Я про себя говорю. За спины. Тимозаврик сейчас в спину зайдет, чувак. Алекс, как же жестко вы все это делаете. Мужчина, как вам стыдно. Издевайся, бедная девочка. Смотри, сейчас... Ты хочешь сказать, ты ни разу не допрашивала? Ты хочешь сказать, что ни разу не допрашивал? Да, господи, я первый раз играю, какой там допрашивал?
Скажи спасибо, что еще не это. Ох, ой. Ой-ой. Нарезал. Что там? Голова отвалилась у кого-то. Прикрой. Пледиком. На сейф не идем, кто со мной. Там Тотл сидит на крыше с луком, наверное, где-нибудь обязательно. Нет. Ну, значит, ты бежишь по карте, кто-то сейчас бежит по карте. Да, да. Да, да ладно, не может такого быть. Эй, ты чё пинаешься? Женя, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он где-то тут встал и засел. Вот он и засел. Вот это да, удар у Жени. Я понимаю, с левой. Мужской так. Там еще и выстрел промелькнул. Ну это так. Оп, разрядить обстановку. Кто же еще мог прибежать? Предупредительный выстрел перед Женькой. Он выстрел, не за ним выходит. Боже, как смешно-то. Ой. Много упускала. Ну потому что с рандомами здесь играть очень скучно. Да, потому что все криворучие, либо просто зависают. Либо все туталы. Расстреляли. Нет, всех туталов мне еще не попадалось. Слишком было бы круто. Кому аптечка нужна, я вот рядом. А ты прикинь, мне все туталы попадались. Прикинь, туталы попадались, все туталы. Вот такая дилемма была. Вот вы так друг друга вы, добили, наверное. Вы, наверное, не могли решить, кто из вас первый. О, кто-то услышу, стрелят где-то. Ой, опять этот лучник. И попался я на бомбу тут, возле сейфа. Ну я сейф так зубами пока погрызу. Поблизовый. Хотя кажется, с лучником. Квадрат. Они в гиках будут. Не, я говорю, рукопашка здесь. Блин, я тебя не видел. Блин. Блиновка грязь. Ой-о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 й-
пишет, что у нас силы не равны. Да ладно, равны. У вас тотал есть, чё вы. А я, а у вас... А Женька Манок. И я там уже. Не умею вообще ничего. Только если вручную. Для массовки. Ну да. Ой! Спину засранец! Сверху! Ах ты! Ну где-то, в общем, из засады. Не сверху. Не правда, не сверху, я вон перед тобой стою. Вон, Алекс утвердил, да я ладно, около него хожу. Бадхэд с бутылочкой ползет. Издалека. Ну так а в том и суть лука, чтобы издалека стрелять. Змич! Потихонечку. Большой змич. Засада. Ну я не знаю, я большой он. Лук, я имею в виду, большой или нет? Да, да. Дибимэй, вот ты активный участник чата. Скажи, ты смотрел PlayStation Experience в Париже? Да, лук я не убивал. Да, ну тебе не надо. Ой, боже. Appreciate it. Они там все возле сейфа стоят. Кучкуются. Mm-hmm. Короче, надо гранат приготовить. Ой! Я просто тотал номер 2 почти что. Он был во вторник в 19:45 начало. Я полтотал. Маэстро, что тебе запомнилось больше всего? Отомстили. Вдвоем опять же. Но они такие. А
как бомбы положить, а не кинуть? А, просто а положи на R2. Только не фиктуры, фиктуры не фиктуры. Ну, ты положил, сейчас все, что будет. Вот. Ой, видел это. Да? Вот так вот я хотел Тотала взорвать, но не вышло. Вахабит, из меня так тебе. А из меня нормальный вышел. Олег Акбар. Треугольник. Треугольник, треугольник. А если ты... не доберутся, значит нет места. Да, значит нет места. Ну патронов, если максимум. На первый этаж все, на первый этаж. Тихо. Не слушайте. Мы тоже бежим туда, мы тоже бежим на первый этаж, к тебе. Да, все, все, мы поняли, все услышали, все поняли, бежим. Да, мы бежим. Эй, по печени, ау, ай, ау. I need some med. Watch my back. Target down. Неубиваемый. Заметь, он решил меня казнить, а не тебя вылечить. Я бы задумался о переходе в другую команду. Слушай, да, там да, одна кнопка, и я хотел вылечить, поэтому... Но вы там рядом лежали. Да, 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 да. Да, да, расскажи. Жень, ты куда ползёшь? Сам? К тебе хотел. Да? Заходи, в другой раз, мы уже закрылись. Пойдем открывать, Жень. Да. Так рано еще не закрывается. Но это потому, как что последняя минута. Все-таки. А Тотал всех спас. Инсир. Когда вы успели сейф открыть? Кто там пропустил чувачка? Я только что пробежал. Или о, Тотал. Это Тотал, кто же еще? Коварный Тотал. О, я на первом месте, нифига себе. Вы просто бегали, поэтому я видел, где вы ходили. И просто мимо вас ходили, все дела. Жук. Жук. Вот, народ, вам урок не бегайте. Это у вас на карте видно. Уроки от Тотал Филма. Так, может быть ночную карту какую-нибудь? А ночную карту здесь? У вас есть ночная карта? Да, их полно здесь. Давай. Завод ночная. Да. Чтоб я вообще не даун. А она платная или она бесплатная? Точно, точно, точно. Вот у вас сейчас преимущество будет. Привет. Я на ней не играл еще. Я на ней играл пару раз, поэтому... Для меня основным событием выставки, конечно, стал Gran Turismo Sport. Первый трейлер, я его очень да ждал. Да ну это Gran Turismo, мне я вообще не жду. Ну потому что там ты, наверное, ты никогда понял? Не играл. Так там в RazMCS я так поняла, что это не совсем такое, как вот у нас Gran, ну, который на PS3. Там типа GT Академия, что-то такое будет. Академия была так, да, во многих частях. Там будет FIA, то есть официальная лига автоспорта. И виду, то есть там... получается будет целый год сезон, то есть как, допустим, сезон Формулы 1, только сезон Gran Turismo. И в конце года будут награждать победителей прямо вот там, где награждают всех гонщиков. И небось вот такой вот самый сложный трофей это будет, да? Чек. Да-да, платину без нее его не получить. Я еще, кстати, знаете, чё? О, я за девчонку. Чё это за карта такая? А, что-то знакомое. Опять я не слышал. Я тут, по-моему, играл даже, но она реально хреновая, эта карта, уже извините. Тут самое нормальное, если в метро засесть. Ой, в вагоне в этом. Да. Сейчас тебя бегут в вагон метро и кинут бомбу. Ну да, просто да, я да. Вот шла прямо, а ты мне такой вот прям... Ну, пирожок нашла. Зайди в метро. И посижу там. Можно я тут посижу? Посиди, да. Как кондуктор, да? В метро, правда, нет кондуктора? Ну, пусть будет. Сейчас кондуктор придет. Не, знаете, раньше давным-давно были такие... Короче, кондуктор придет, у меня мой билетик мне... Компостеры. Короче. Или компостеры. Да. Да, компостеры так, да. Это другое. О, кто это такой древний? Я не поняла. Как и всем я. Древний. Слышишь, так они в Симферополе смотри. Катаются. В Симферополе до сих пор ездят на компостерах эти. Заходишь, покупаешь билетик до 7 вечера, надо успеть купить. Я тоже застал компостеры. Слушай, ну мне всего 20 лет, и я застал их только в Симферополе, случайным образом.
Угу, нашел. Так, сзади кто-то к нам крадет. МС там крадется! Кто-то у меня стрелял опять. Кто смотрел геймплей мультиплеера Uncharted 4? Я смотрел, что-то не впечатлило на самом деле. Ух ты, тут его убили. Я, к сожалению, пропустил, я часть мероприятия слушал. Не-не-не, Алекс, он там в погоне, Алекс, он в вагоне. Не смотрел, поэтому пока геймплей Uncharted я не видел. Слушай, слишком динамично. Нет, так я забежал, как клоу. Да как ты перестрелял-то? Богдан, давай, мы к тебе верим. Хорошо, среди нас есть Богдан? МС, сзади некрасиво. Коварный, я сказал про вагон метро. Когда я сказал про вагон метро, пацаны, я пошутил, что вы там засели-то реально. Я заслушалась про билеты в Симферополе. А, про до сих пор. Так мне там можно прийти. Приходит компостер. А, не успел. А я в Симферополе не был. Ну я был еще во времена, когда он был принадлежал другой стране. Так что не знаю, как сейчас. Спектром, я думаю, это потому, что разработчик Тлоу перешел на разработку Uncharted 4, именно мультиплеера. Поэтому они похожи чем-то. Вот мультиплеер не похож совсем. Там очень динамично все. Ну это как бы динамично, смесь. Динамично, но лечение тоже есть. Да, ну, похоже, да, есть, но... В голову. Ну, поэтому. Mm-hmm. Это потому что Uncharted. Вторая и третья часть тоже была очень динамичная. Полечить кто-нибудь там. Да-да, иду. Ну что ж, я думаю, на видеоклип смерти уже я набрал. Богдан. Доползу и там прошу. Там МС, подожди. Там МС. Никита, Стас, Гена. Одного я убил. Дюша, Никита. Алекс, спасибо. Мимо. Так, МС, повернись, спаси. Кто-нибудь, Алекс, кто-нибудь, спасите. Все, я умер. Отлично. Молодцы, ребят, так держать. Народ, два допроса у них. Командная игра. Да мы не можем подобраться, они бегают в толпе и... Не то, что мы, да. Правда, я вообще где-то в сторонке всегда, я издалека вас убью. Молодое поколение, подрастающее поколение геймеров. Ну кто тут мне мешает? Женя, идем играть, не бойся. Да, я тут как-то окольными путями сюда пришла, а вы тут вдруг оказались. Ну, ты сидишь в углу просто, а какие окольные пути? Я пришла вообще с другой стороны, пришла сюда. Тимозаврик, зачем ты меня сначала отмечаешь, потом убиваешь? Ну, мне нравится. У тебя фишка такая, что ли? В закрытой игре, так что экспо же не дают. Да, я на самом деле не знаю, как отмечать, как стрелять, поэтому... Я маркером на мониторе тоже помечаю. Там еще кто-то. Да, вон там кто-то. Ого, серьезно. Ого. Бабах! Так, кто-то допрашивает. Кто сказал бабах? Так, кто тот его убил, надо было допрашивать. Я сори, я меня? Я, наверное. Все нормально. Ладно. Нормально, да, прощаем. Тотал оставлять живых не нельзя. Не бегай ты лишний раз. Давайте, убивайте меня, убивайте. Там сверху тотал на... Сейчас не будет. Черт. Алекс, давай слева, спасай. Слева. МС-шер, спасай. Ну что ж ты нас не спасаешь, да? Как я вас спасу, если все я нормально. Лежу? Лежи, все а? Нормально. Ты лежишь, вот. Блин. Не лежу. Блин, чуть-чуть. Прыгивать, жить. Треугольник, крест. Девушка не знает, как запрыгивать, а? Потому и дело. Так.
Феникс, move out. Прикройте, я посплю. Давай. Там никого. Вот мы уже третий раз за третью игру вырываемся вперед, по толку никакого, все равно сейф не открываем. Эмпсис, у тебя бомба есть. Мы кровожадные боги, нам надо убийство. Сейф у нас вообще не работает. Держи бомбочку, Алекс. О, одного нашел. Двоих нашел. Мертв? Нет, пока. Вон Таталыч. Он тебя слышит, если что. Ну, я не успел ответить, к сожалению. Одно мы узнали, тут он не бессмертный, его тоже можно слить. Да. Эй, сейчас молодец. Оно тебе надо было? Да вообще да. По головам идешь. Она у меня запрыгнула. Головы. Пошла игра, пошла. Все, ребят. Evil Within будет обязательно, но в следующих стримах. Сегодня, к сожалению, уже нет. Я еще раз вношу свои извинения. Evil Within сегодня. Допрашивайте. Бейте, пинайте, любите. Допрашивайте. И Женя тут по кругу. Ну делайте вы дела-то. Он крутится вокруг меня, не могут решить, кто будет допрашивать. Так мы уже допросили. Бля, хомуха. Солза! Всех порешил, просто пришел, всех порешил. Блин, пацаны, а че вы тут мертвый валяете? А сама, я сама не могу полечиться, что ли, если у меня ты можешь аптечка. Поползти. Ты можешь поползти, чтобы до реанимации. Куда да. я? К нам. К больнице. Тотал, как черепашка-ниндзя с двумя мечами и рюкзаком. Ползает. Ой, МСИш, нифига ты меткий. Спасибо. Ой, сейчас подождите, я сейчас... А как лечить? Как лечить? Богдан. Жми треугольник, Женя, жми. Да ничего, вы вдвоем его лечите, я на тебя тоже убираю. Вы что со мной творите? МСИ бежит, бей его! Бей МСИ-ша! Ничего себе, все команды нашел. Бей МСИ-ша, отлично, все. Божечки. Ты же мечтала нас лечить перед стримом. Как же так? Ну так я только подошла, а вы тут уже... Мы на финале сами, да. Да, мальчик. И Тотал. А, меня пнули по лицу. Пошла. Да блин. Мне кажется, мы больше не пить пытаемся тыкать. Работает можно больше раз. Ну. Ну вот кто тут. Зараза. Зараза. Все, сейчас будет на фейс. Больно это было. Да, неприятненько. Ты лучше глаза закрывай, когда тебя бьют. А, МСИш, а ты бомбочку положил, нехороший человек. Ты попался, что ли, на нее? Да, 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 да. Я ещё смотрю, что бомбочка. Кто же знал, вообще не хотел, честно. Кто резнулся там, позащищайте наш сейф, что ли, так, ради... Интересно. Да, да, да. Да нужен он кому-то. Бей всех, убивай всех. А там потом само. А что толку его защищать? Сейчас придут и убьют. Все, клиент. Куда? Трупом хотя бы подопри дверку. Да, да, да. Кто-то идет всем. Понял. Услышал лук из-за спины. Это все понятно. Вот он наш сейфчик, нетронутый. Цветочек разглядываешь. Красивый. Ну, ребят, запомните меня веселым. Финиш, ну да. Даже в таком же мире нашлось место красоты. Да. Куда они все зовут-то эти товарищи? Говорят, все пошли. За пивом. Наш тут защиты вроде. Куда он все зовет-то? Нет. Я всегда есть время. Бежать.
спасся, вроде. Благодаря броне. Я бомжа пока. Чем там где-то вот куда ты идешь, там кто-то вроде есть. Вот так, да, вот так. Рукопашка тут, вот это завязалась тут борьба. Месть за брата. А меня-то лечат. А тебя нет, ха-ха-ха. Меня некому лечить. Там скрывает на сейф Тотал. Почему, а почему вы думали, Тотал притих? Ну, реально, я попросил защищать кого-то там. Коварный Тотал. Там Женя оставалась. Боец. Да что ж вы меня палите-то, ну? Надо же на кого-то свалить. Бомба, 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 стоп. Оп. А вдвоем быстрее будет, нет? Да, давай, давай, давай. Я могу еще... Жень, 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 давай, давай, давай. Он открывает. Я умер. Ура! Давай, 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 давай! Хорош! Ну, по-моему, убили. Я его не убила. Я просто из-за этого. Дух Тотала, да, открывал сейф. Да, воскрес из последних сил повернул. Короче, навык, если Тотал затих, значит он открывает сейф или к нему пробирается. Я буду теперь петь каждые 5 минут, чтобы мы не заподозрили ничего. Чтобы по сейфу не бегали. Так, ну что, раз уж мы задержались, я думаю, задержимся тогда и немножко отодвинем конец стрима. Вообще жаль, что мы не в открытой игре, потому что мне экспо не капает. Да ладно тебе. Ты же с друзьями, расслабься. Второй. Получаю удовольствие. С друзьями, тут же трофейчики есть для этого. Фразочка хорошая, расслабься, получаю удовольствие. О, это знаете, эта карта хорошая, она многоуровневая, я со своим луком. Давай, давай. Все, тогда играем последний раунд. Решающий. Можно сразу выйти, да, на этой карте? Ну хоть одну победу мы должны вырвать. Нет, если меня в другую команду выкинете, тогда держитесь победу. Так они и без тебя справляются, но... А я просил тебя свою команду, мне не дали. Давай Тотал к нам, а ты к ним, тогда будет отлично. Нет, я не согласен. Это если я буду еще с тремя, а их будут три противника, это вообще нечестно. Что вы думаете по поводу неоднозначной игры Dreams? А я уже говорил, она похожа на телепузиков. Не, на самом деле... Такая же, как будто под кайфом ее делали. Как будто под кайфом делали. Мне кажется, это семейная игра. Нет, просто если она направлена на творчество, да, то есть она должен такой посерьезный человек сидеть с... Ну, то есть ребенок, допустим, не сможет там что-то такое серьезное сделать, да, интересное. А дизайн весь под детей заточен, поэтому как-то так, если взрослые люди, то, я не знаю, надо было дизайн чуть посерьезнее делать. А так совсем уж детская, но... Мне кажется, это идейное продолжение Little Big Planet, то есть все возможности, которые там были по созданию уровней и персонажей, они как бы уже на следующий уровень переходят. Красивый дух, как шо? Тихо такая, да? Спасибо, меня спаси ты меня, МС, МС, МС. Спаси Тотал, у меня работа. Теперь вот спасай другого человека, которого... Сейчас вот будут его допрашивать, спасай его уже допрашивают. О, нет, я не успел. Меня пострелили. МС, МС, что ты делаешь, а? Я сейчас тебя прикрыл, если ты не спас. Все нормально, МС, привет. Допросили, да, МС? Да, МС, еще одна. Это вам не поможет. Поругал. Все, это отлично. Маэстро рекомендует посмотреть материалы разработчиков Dreams и считает, что ее делают так, чтобы любой мог сделать что-то крутое. Тотал, ну там на тебя надо было. Да бери, бери. Тебе важнее, чем мне. А, это ты сзади. Так, а там для всех. Жень, там для всех. Да, там для всех. Да, то есть там нет так, что один забрал, а другой. Нет. Она одна для всех открывается. Ну, конечно. Пока мне не до нее. А как вам огромный динозавр в Horizon? У Horizon я так думаю, что жду больше всего. Это как новое слово, по сути.
Я прям даже не вижу, остальные. Чего-чего? Ну, где-то там тотал сейчас сидит, палю. Да беру жажду, стрит тотал, сливай тотал, бегу допрашивать, и тут двое из-за угла убегают. Да, вот и тотал. А, сесть под другую кнопку. Ай. Я бы встел с удовольствием, но там... Все нормально, все нормально. Иди сюда ко мне, мой сладкий зайчик. Сейчас меня тоже грохнут. Все нормально. Все нормально. Главное сдохнуть. Все нормально. Просто непонятно, как все это будет работать. Нужно попробовать. По видео совсем не понятно. Женя, стреляй. Они бегут за мной, ты стреляй в них. Да? А, Женя, ты где вообще? Женя, ты нам нужна. Стреляй, тут их много. Кого ты попадешь? Иди ко мне, иди сюда скорее, я полечу. Там в конце трейлера куда показали нарезку маленьких кадров из игры. И там интересная такая есть. Да беги, интересное режимо. Да беги! Дурак, ну блин. Ненавижу эту игру, два этапа отчаяния. Спасай меня уже. Зажми. Просто зажми и держи. Я почти умер. Нет, GTA отличное управление. Нужно привыкать просто. Отзывчивая. Тут концепция игры сама вообще другая. То есть ты аккуратненько ходишь, аккуратненько проводишь. Ну понятно, ну как вот, видишь, кнопки по-дурацки сделал. Неужели нельзя как обычно? Кесарево кеска. Можно на лестнице засесть. Ну конечно. Конечно, кто-то засел. Скажите, пожалуйста, он бегает вообще, персонаж? Да, или? Да, на критик зажимаешь. L1 надо нажимать. L1. Да, да. Он только за пьем бегает. О каком Бэтмене ты говоришь? Очень, очень удобно. Кто там мочит? Там не мочит, там что-то по звукам, как будто бы, да, не мочит. Да ладно, ребят, реально допрашиваю. МС, а? Ну ты знаешь, допрашивать нужно по-разному. Смотрите, как это с Мэгги Джилленхол. Да. Кто его не смотрел? Ага! Черт, патроны. Привет! Патроны, патроны. Ай-яй-яй. Все нормально, я тебе дал патроны. Ай! Ну как обычно, кто-то мне тут в спину выстрелил. Ну стрелы только одного человека. Да, да. Я помню, что когда тот молчит, он взламывает сейф. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля, я не могу, я молчу. Блин, не успела я. Я кралась, а меня тут с двух сторон. Так я хотела Тотала в спину. Нас тут слишком много. Хорошо в спину, а не в другое место. Так, кто там трогает наш сейф? Ну, это как вопрос. I'm wounded! А Бархам Найт? Не знаю, я не играл, честно. Еще не успел. О, народ, сейчас мы скажем МС-шу, кто такой этот самый рыцарь. Да я знаю, весь интернет был в этом спойлере. А ну, ты читал зря. Я не читал, я картинку видел, можно было легко отгадать. Второй-то откуда? Я когда прошел эту игру, я испытал гордость за себя. Я везде говорил, что это обязательно должен быть персонаж, который уже есть во вселенной DC. Мне все серьезно говорили, что нет, это что-то новое, это так. Мне просто тогда, блин, бац, это новый, это старый персонаж. Тотал, зараза! Ребят, тут спрашивают, какие предложения, какие игры вы хотели бы поиграть. Ой, а культ же была одна игра на PlayStation 1. Я помню, очень долго в нее зависал. Какая? Акуджи, или как-то так называлось. Hey! Hold on, I can patch you up. Не спрашивайте, где это папа, потому что я не помню, мне было лет 7, наверное.
Я даже не знаю, знаете, такого. Ребят, бегите к нашему сейфу. Нападают на нас. Ты много говоришь. Я могу выключить микрофон. Я в смысле... А! Вот убили из-за тебя. Женя, ты, конечно, молодец, но тебе говоришь там, где никого нет. Ну, все правильно делает. Ну, какая разница? Там, где есть? Не, подожди, ну, кто, где я буду бегать, где есть, какая разница? Тоже никакого. А тем хрен убьют, сказала. Вот именно. Да ладно, давно же быть. Не путай. Ну, я сейчас, вам... Вы сейчас обидите, что Женя больше не зайдет на тот раз. И это, я да вам... Да ладно, Женя, идиот, она без меня никак. Я иногда, бывает, их под рамками делаю вам, а вы их добиваете, так что... Под рамки. Да, иногда попадаю, иногда нет. Так. Под рамки? Багетная мастерская, что ли, там? Ранки! Ёлки зелёные, не знаешь, под ранок. Когда зверь там... издевается? Да он всегда надо мной издевается, я даже не это... Для меня это не новость. Что, больше ни у кого нет пожеланий? Все заняты. Потому что хотят сделать обратную совместимость. Ну-ка иди отсюда. Давай. Официального журнала слышишь. Неужели мы сейчас проиграем? Да. А знаете почему? Ну, потому что я остался здесь защищать наш от Тотала. Молодец. Да блин! Молодец. Не может быть. Тотал уже тише на мне. Еее! Пойдем. Ну что-то у Тотала совсем мало очков. Всегда б так. А как так? Вот меня там допрашивают, а мы я уже перегорел. Победили. Как это так? Что за игра странная? Такой режим. А нет, я даме поддался, народ, я поддался даме последний да раз. Да какой ты даме поддался? Ты подвел команду, Тотал. Ну это был последний, да, этот раунд? Поддал команду. Подвел. Да, Богдан уже вышел, судя по всему. Я вышел, потому что у меня уже 20 минут 12, а ребенок еще не спит, сидит, смотрит, как я тут рублюсь. Поэтому... Привет ребенку. Распрощаюсь до следующего, ну я не знаю, не стрима, но когда-нибудь еще. Да, до встречи. Всем давай. Пока, спасибо за просмотр, спасибо за игру. Что? Обратная что? Совместимость только с первой PlayStation будет. И со второй вроде бы обещали. Да. Ну, отлично. Ну я так понял, обещали они еще. Да. Ну говори. Ну я так понял, они делают все, кроме третьей, потому что там цел процессор. А все остальное оно вроде переносится. Ну и обещали обновлений. Может быть, кто-то видел там на форуме парень. Выписывал обновление тусовку, увеличить количество людей в тусовке, поменять PSN ID можно будет там для тех, там, кто кстати, это региональные ограничения это будут со второй части, со второй PlayStation. А вот это не сказали. Этого неизвестно. Пока. Копнул. Да, доброй ночи, спектр. Буквально днях душ, чтобы купить вторую себе плойку. Ну, естественно, чипованную, потому что у меня все-таки не хочу ограничивать себя как-либо. Мы еще в стриме, если что. Да, до свидания. Был рад знакомству. Прощай. Даже скрывать я не собираюсь. Если у прибора есть региональные ограничения, я их снимаю. У меня вот эта дюна пропатченная, к примеру. Корпи тоже пропатченный. У меня все пропатчено. Понятно. Мы-то не про... Но диски я всегда лицензионные покупаю. Просто из других стран, из разных. А, все, понятно. Хорошо. Так что мы все, да, заканчиваем, можно выходить. Мы играем, да? Играем? Вопрос. Не, настроя, это все уже. А, да можно в открытый играть. Пойти. Так это, не, давайте лучше в GTA, народ. Народ, тогда без меня. Всем пока. Тотал, покупай уже скорее за GTA есть. Я присоединюсь. А почему третий, ой, сотый именно? Ну, чтобы трофей выпал. И потом он перенесся на PS4. Я понял. Да. Вот Spectrum заметил PlayStation чиповый. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, все. У меня этого еще нету, я думаю купить. И у меня еще нету. Spectrum тоже думает.
Диски лицензионные, слышал, слышал, да? Диски лицензионные, это только, просто в других регионах. Все, всем пока. А я пойду гляну, что там спектр написал. Пираты на горизонте.